Любители скорости и свободы – эти слова подходят именно к ним, байкерам. Мужество и силу характера у этих людей не отнять. Практически каждую ночь, и не только, они покоряют дорогу на своих двухколесных волках. На очередное байк-шоу лидер клуба «Ночные волки» Александр Хирург пригласил и главу Нижегородской области Валерия Шанцева. Для Валерия Павлиновича такие встречи имеют особое значение, ведь его сын отчасти тоже байкер. У меня сын имеет свой мотоцикл. Я думаю, что он вот, ну, ближе меня к этому делу. Кстати, вот с малых лет занимается. Помню, пошел работать на Кубок Кремля, мыл посуду, заработал денег и купил подержанный мотоцикл, приволок его ко мне в квартиру. Кстати, с главным мотоциклистом страны, основателем байкерского клуба «Ночные волки», глава Нижегородского региона, знаком далеко не первый год. Мы единомышленники, это факт. И как дружим уже очень много времени. Но, понимаете, это не сегодня, это не какая-то там вот такая связь, что ли, искусственная. Я помню, Валерий Павлович был у нас в мероприятии в 90-х годах. В знак долгой дружбы хирург подарил Шанцеву кожаную куртку – официальный атрибут байкерского движения. 8 августа будете мне Глава Нижегородского региона презент оценил, а в неофициальной беседе один из байкеров сообщил, что подобный подарок – знак особого уважения. Точно такую же куртку получил в свое время от байкеров президент Владимир Путин.